Собрались после поражения в Екатеринбурге. Начали как начали. Как должны были. Показали свой класс. Я думаю, на этой победной ноте продолжим дальше. Ну, про звено я еще хотел спросить, потому что хорошая игра, и особенно первый период у вас был в Екатеринбурге. Насколько вот сейчас уже, да, там с Сергеем, с Артемом сыгрались, чувствуете друг друга? Играем вторую игру уже. Игры у нас есть. Хорошо чувствуем друг друга, но играем всего второй матч, и думаю, с каждым матчем это будет просто улучшаться. Есть ли задача у вашего звена вот именно по сдерживанию соперника, в том числе и силовому, или здесь тренеры особо не обращают внимания на ваши габариты, на вашу манеру игры, твою в частности, да, что ты любишь такую силовую игру? Есть и такие задачи, да. Игорь Валерьевич постоянно подсказывает и говорит, что делать на поле. Ну и у тебя сегодня тоже был момент, когда Макс Шелунов тебе выдал во втором периоде, чего не хватило там для того, чтобы переиграть Мыльникова? Да, думаю, опыта. С опытом придет. А по дистанции все хватало? Там можно было поднять счет? Да, по дистанции, да.